Так, вот так ужасно выглядит Сатурн. При ИСО 6400. Пересвечен, очевидно. Но все снимается ради того, чтобы внизу Титан. Но я вижу в окуляр совершенно четко его. Два размера угловых. Вот эллипса. Вниз. Ниже Сатурна Титан. Вот мне интересно, будет ли это на экране видно. Сейчас буду уменьшать выдержку. Будет почетче у нас. Сатурн на спутник исчез. 11 сентября. Ну, вообще классно видно. Ну, спутник, ну, то есть я его фиксирую совершенно четко. Титан, 11 сентября 2021 год, Харьков. Двадцать 1:08 уже по Киеву, ничего себе. Хорошо. Нечего тут делать на таких ИСО, конечно, на Сатурн особо не посмотришь. Все пересвечено. Сейчас посмотрим на Юпитер со спутника. Ты посмотри, какая блямба висит, огромный фонарь. Какая красота. Шестьсот 611 миллионов километров. Юпитер, Ио, Европа. Посмотрим, все еще вверх забирается. Ганимед. Ждем Каллиста. Каллиста. Сильвупле. Хорошо. Так, уменьшу выдержку, может тут у нас кольца получится посмотреть. Экваториальные. Ну, так себе. Схематично. Хорошо. Да, где у нас тут Сатурн? На пару в кадр вас возьмем. О! О, в декабре было красиво. Кольца Сатурна и спутники Юпитера в одном кадре при максимальном увеличении. Так. 21. Так, 20. Господи. 11 сентября 2021 год. Харьков.